Начало ничего не предвещало беды. Мы все точно так же ездили в разные места, путешествовали. Однако, откуда ни возьмись, пришла беда. И эта беда с помощью транспортных средств стала распространяться по всему миру, заражая десятки людей. Это было страшное время. Неизвестная болезнь распространялась по всему миру. Однако ее удавалось сдерживать. И теперь я, обычный ученый, глядя на то, что творится снаружи, глядя на старые кадры, на старые кадры той былой мирной жизни, теперь я сижу в подвале и думаю, какой же будет вакцина. Я работаю над вакциной. И хотя казалось бы, что надежда уже потеряна, нет, я не могу просто так сдаться. Я должен бороться. Я должен бороться и идти, искать выход. Я должен найти выход из этой сложившейся ситуации. На мне висит невероятная ответственность. Если я не справлюсь, то человечество имеет все шансы исчезнуть с лица Земли. Нет, я не позволю этому случиться. Я обязательно найду способ вылечить всех окружающих. Я ученый. Я найду вакцину от этого заболевания. В конце концов, на то я и ученый. И мы все победим эту болезнь. Мы все ее выиграем. Мы все вылечимся. Болезнь будет побеждена в самые кратчайшие сроки. Судьба всего мира находится в моих руках. И я очень хочу надеяться, что когда это все закончится, мы снова будем жить в мире, добре, любви и процветании.